Рестораны левобережья Астаны намеренно занижают свои доходы и не доплачивают налоги. Это удалось выявить в результате рейдовых проверок. Почти в каждом из объектов общепита, говорят специалисты, нарушаются налоговые нормы и законодательство по регулированию оборота алкогольной продукции. Такие как неприменение контрольно-кассовых машин, то есть невыдача фискальных чеков посетителям, отсутствие лицензии на реализацию алкогольной продукции и реализация алкогольной продукции без сопроводительных накладных. Во всех случаях предусмотрены и применяются меры административного воздействия вплоть до лишения лицензии. Выявить нечистых на руку рестораторов поможет бдительность посетителей. Чаще всего при расчете вам предоставляют лишь счет к оплате, не имеющий никакой юридической силы. Требуется фискальный чек. В нем должны быть указаны ИИН или БИН заведения, его название, дата и сумма оплаты. При этом в обязательном порядке в нижней части чека должна быть буква F или FP. В случае отказа или отсутствия кассового аппарата вы можете отправить сообщение на указанный номер, либо оставить информацию на сайте Комитета госдоходов. Кстати, рейдовые мероприятия еще продолжаются.